Și așa aranjează piesă după piesă, ca și fiecare zi din viața sa. Iana Sovorkova este imobilizată încă de la naștere, din cauza unei maladii grave. Fetița însă nu a disperat. Dimpotrivă, a învățat că orice greutate este doar o încercare. Asta arată că de-a doua ce mare încă mama se poate unde cu piele puzzle. Iar nici eu nu știu că vă să drag, că tot nu pot să treau la cărțincu. И придумала братьев хвортом. Языком придерживаю зубами, беру. И потом соединяю. Если он, ну, картинка уже очень большая, я не дотягиваю, сложно. Când nu iese ceva, Luca, fratele mai mic, îi sare în ajutor, precum și bunica, ce o poartă mereu pe brațe. Femeia îi este un fel de înger păzitor, dar și mamă și tată. Bunica a fost cea care i-a convins pe părinții fetei să o aducă din Rusia la Chișinău. Она с нами занимается, мы гуляем, ходим в музеи, иногда в театры, иногда просто гуляем. Ко мне приходят учителя, я учусь, собираю пазлы иногда. В России даже иногда собирала 650 кусочков. De un lucru Iana e sigură. Boala nu i-a imobilizat visele. Speră să le realizeze dacă va câștiga marele premiu la Moldova Are Talent. Когда я смотрела просто телевизор, я увидела Ефелеву башню и захотела полететь в Париж. Хотела бы забраться на нее, посмотреть. Еще хотела начать ходить как-нибудь. Делать операцию, наверное. Я считаю себя сильным человеком, потому что я могу, ну, то, что не могут, не знаю. Делаю то, что только без рук и без ног. Все делаю ртом. Привет! Здравствуйте. Тебя как зовут? Яна. А ты знаешь, что ты красивая? Наверное. Нет, я вижу, что ты красивая. Спасибо. И что ты хочешь нам показать? Я буду рисовать. Серьезно? Да. Давай, Яночка, начинай рисовать. Un geam, cu un gen.
Я прошу прощения на одну секундочку. Просто у нее очень мало времени было, она не разрисовала. Но у нее есть очень много рисунков, которые она рисует. Я могу вам показать, если вы не против. Браво, Яна! Браво, Яна, браво! Я мы редикем пичаре за те аплауд. Яночка, ты большая умница. У тебя потрясающая бабушка. Спасибо. Я понял, что она очень тебя любит. И чтобы ты знала, что с сегодняшнего дня и мы тебя любить будем. Спасибо. И будем молить Бога, чтобы ты в один прекрасный день могла рисовать ручками. Спасибо. Ты такой пример для тех людей, которые всегда говорят, что не умеют, что не могут. Ты вообще молодец, большая-большая молодец. Я думаю... Спасибо. Я думаю, что у Бога еще большие-большие планы насчет тебя. Потому что рисование, ты знаешь, такая область, что можно очень далеко дойти. Ты маленькая и уже так красиво рисуешь, так что я тебе желаю удачи, и я рядом с тобой. Молодец. Спасибо. Яна, я вам сафил форте скурт. Принтине, Молдова, аре, талент. Я хочу попросить подписать, если ты не будешь против. Я это оставлю себе на память, чтобы всегда, когда я скажу, что я не могу что-то сделать, я посмотрю на твой рисунок и скажу, что я все могу. Да? Давай. Спасибо. Я тебя поцелую, ты молодец. Удачи тебе во всем. Rugăm sala să ne ajutați pentru că este un cert și este un mare, mare. Bravo, Iana! Он сказал, что в Молдове теперь действительно есть таланты. Все стоя хлопают. Стоя и хлопают. Не плачь, не плачь, Саечка. Все будет хорошо. Все, папа будет гордиться тобой.